Меня зовут Сиренко Любовь Владимировна. Я заведующая библиотекой школы номер 23. Работаю в школе много лет, уже с 92 года. Сначала работала учителем, а сейчас в библиотеке уже 9 лет. Ну, я считаю, что библиотека, конечно, неотъемлемая часть образовательного процесса, потому что все, что здесь у нас находится в библиотеке, конечно же, помогает детям освоить азы знаний. Приходят в библиотеку, берут книги. Ну, правда, сейчас не очень ребята любят читать, и многие этого и не делают, но все-таки некоторые, те дети, особенно старшеклассники, которые понимают, что в книге более интереснее, чем в интернете, они приходят в библиотеку. Ну, а малыши маленькие приходят, листают журналы, им интересно, они любят эти все детские журналы «Непоседа», «Мурзилка», «Веселая картинка», как в свое время мы тоже любили эти журналы, и, наверное, вы тоже любите. А вы любите свою профессию?